Будем осматривать таунхаус, который располагается в Элкхорне. Второй этаж. Проходим. Let's go. Совершенно другой уровень, можно даже оценить по дверям и по фурнитуре. Сразу входим, у нас большой холл. How many square feet? 950. 950? 950. Угу. It's got a balcony. Балкон, но самое важное, мы посмотрим кухню. Совершенно практически новый с иголочки. Кухонная техника, посудомойка, варочная поверхность, микроволновка хорошая. Она же, кстати говоря, и вытяжка. Большой холодильник. Сейчас эти апартаменты готовятся к сдаче. Поэтому не обращайте внимания, что тут в кадр попадают предметы, швабры всякие и так далее. Сейчас все это дочищается до идеального состояния. Кухня в совершенно изумительном состоянии. Естественно, работает гриндер. Раковину еще не помыли. Гриндер работает. Вот такой балкончик. Достаточно большой. Бутировочка. Выход с балкона на гаражи. И, в принципе, неплохая такая панорамка. Спокойная. А, what is this door? Closet. I don't have a key for it. Closet? Окей. Yeah, он закрыт. Это кладовочка такая дополнительная на балконе. И здесь есть блок розеточек, чтобы можно было что-то на балконе подключить, какие-то вещи. Rent cost 795. Здесь техническая комната, где располагается система обогрева и вентиляции. Еще один комната, шкафчик. О, вот это самое ценное. Я впервые вижу апартаменты, которые сдаются уже со стиральной машиной и сушилкой. Для тех людей, которые хотят, чтобы все было у них квартире. Это очень редко, и особенно апартаменты, которые могут прооплатить без кредитной истории. То есть через ту компанию, с которой я сотрудничаю, это возможно для тех людей, которые только тут приехали в Америку и только начинают свою жизнь обустраивать. Основная комната, основная спальня, мастер bedroom, и, соответственно, у них большая ванна уже непосредственно здесь. Есть сейчас доступных две такие вот квартиры. Окна выходят. It's a school? High school. Здесь прямо через дорогу располагается high school. То есть ребенок, который должен идти уже по возрасту. That building down the hill you see where the flag is, that's a gym. А и вот там располагается еще спортзал, там где вдалеке вот этот виднеется флажок американский, это располагается спортзал, то есть шаговой доступности. High school it started from 14. Ninth grade. Девятый класс, 14 лет, это high school, то есть вот тех, у кого дети вот начинают с этого возраста, очень удобно прямо через дорогу школа. И вот еще раз у нас
And then if they're middle school, the middle school's off 180th in Pacific. And I don't know where the grade school is. There's several grade schools. The grade school for here is West Dodge Station, so you can look that up, but I don't know where it's at. Остальные школы достаточно близко в моем расположении, и на худой конец сюда ходит школьный автобус, который все это может привести всех. Foreign garage. There's 75 per month. I do have one available. Сейчас доступен один гараж, $75 в месяц, и можно подать заявку. Okay. Okay. Yeah. Okay.